В Воскресенск запланилась стихийная уличная реклама. Несмываемая краска въелась в фасады жилых домов и административных зданий. По многочисленным просьбам горожан коммунальные службы ведут борьбу с назойливыми объявлениями. Кто эти таинственные распространители и какой товар так широко разрекламировался? Разбирался Александр Корнилов. Жители Воскресенска взбудоражены и возмущены. Город заполонили странные рекламные объявления. Большие черные корявые надписи повсюду. Если вам так хочется сделать свою рекламу грамотной, умной и технически развитой, вы-то, пожалуйста, через средства массовой информации сообщайте свои рекламы. Ну, нельзя на фасадах рисовать. Цифры, догадываются горожане, это номер телефона. А что это за непонятный товар такой? Микс. Микс – это смешанные вещи. Мороженое и микс – это все виды сразу. Что же это? Рекламируют мороженое? Это не рекламщики, хулиганы, негодуют коммунальщики. Работа у них заметно прибавилась. Маслянистую химическую краску не смыть ничем. Приходится все тщательно закрашивать. Не закрашивается? Вокруг всегда закрашивается. Но коммунальщики Воскресенска сдаваться не собираются. Пока неизвестные рекламщики малюют на стенах, маляры рекламу намерены скрупулезно замазывать. Кто-то должен устать, вот, а мы выполняем свою работу. Сотрудник управляющей компании Дмитрий Кунов, сам молодой отец, наконец сумел нам ответить, что за товар так назойливо рекламируют на стенах домов. Наркотики. Именно потому, что знает, Дмитрий распорядился краски не жалеть. Это наспех закрашенное объявление появилось на здании наркодиспансера. Цифры просвечиваются. Сейчас мы позвоним и узнаем, почему те, кто размещают эти объявления, не обращаются в средства массовой информации. И мороженое это на самом деле или все-таки наркотики. То вот этот вот микс, он уже отнесен к наркотикам, или я могу его в клубе курить спокойно? Микс в переводе с английского – смесь, в данном случае, как оказалось, курительная, наркотическая. На языке молодежи – спайс. Олег Косолапов – сотрудник той самой больницы, на стене которой появилось странное объявление. Прежде он 2 года работал в реанимации и своими глазами видел жертв рекламы. Синие лица, вот, и закатанные вверх глаза. Передоз. От этого нет ничего хорошего. Так что, люди добрые, завязывайте с этим нафиг. Мы к этому призыву присоединяемся. Александр Корнилов, Алексей Зарышняк, новости Подмосковья.